Голосование по выбору территории для благоустройства по проекту «Комфортная городская среда» завершается 11 февраля. Более 6500 голосов, а это 54%, отданы за реконструкцию парковой зоны между первым и вторым микрорайонами. А по проекту «Любимый город» свой голос можно оставить до 15 февраля. В лидерах реконструкция фонтана. За него отдали 48% голосов. Вы можете проголосовать на сайте администрации города desnogorsk.admin-smolensk.ru, в интернете на площадках Десногорск, пресс-служба, Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, ВКонтакте и по адресу desna-press@admin-smolensk.ru.